В библиотеке деревни Мильково прошло первое занятие в школе юного эколога. В ходе урока дети узнали о вторичном применении бытовых вещей и раздельном сборе мусора. Ознакомительное занятие прошло в игровой программе. Юные экологи с живым интересом изучали секреты практичного хранения и использования целлофановых пакетов. Из них они смогли соорудить моющие губки. Кроме того, ученики познакомились с главным экологическим нововведением года – раздельным сбором мусора. Дети с легкостью усвоили все функции новых контейнеров, которые отличаются по цвету в зависимости от назначения. Контейнеры есть контейнеры для опасных отходов, например, батарейки и многое другое. А контейнеры для чистого мусора – это пластик, бумага и картон. Мильковская библиотека уже не первый год занимается экологическим просвещением своих посетителей. По словам заведующей учреждением Анны Шмелевой-Михайловой, школа юного эколога полезна для детей. Через игру ребята проще усвоят информацию о защите окружающей среды. Мы должны сделать так, чтобы наши читатели не приходили к нам с пакетами, с целлофанами, с книгами. Пусть они приходят с экологической сумкой. Да, у нас будет поощрение для детей. Да, у нас будут конкурсы. И дети, понимаете, что когда это дается с детства, ребенок это впитывает, и он это не теряет всю жизнь. Знание, человек на то и человек, что он знание не теряет всю жизнь. В конце урока маленьким экологам подарили эко-сумки, которые они самостоятельно украсили. Дети получили искреннее удовольствие от игрового занятия и новые знания о защите окружающей среды.